Нет, а когда они сегодня пришли, говорят, ну что, можно ведра оставить и до завтра. А, до завтра, ну, а что там, ну там же ничего не потечет, ну что, она ведро наполнится и все, а дальше там не потечет, да? Наверное, так они думают. Пошли. Я пришла, узнала, в чем проблема. С утра после планерки отправили сантехника. Он определился с материалом, пришел, взял материал, заменил все, снял там все лишнее, заменил, поставил. Все, в течение часа было все устранено после планерки. Вот он в 11 пришел. Все, уже доложился, все сделано. Сеть устранена. Дело в том, что полчаса назад мы там были, с потолка до сих пор капает. Капает, ремонтник, который там был, просто залез на чердак и вылил два ведра воды, вот и все. Потому что, как мне аварийка сказала, мы не хотим, чтобы нам на ночь отставляли без отопления. Они предложили в Тверскую генерацию, там подносной теплоузел. Для того, чтобы отключить дом от отопления, где течь устранена, чтобы сечи не было, нужно вызывать Тверскую генерацию. Тверская генерация, они не стали вызывать, потому что жительница с пятой квартиры сказала, мы не хотим, не оставляйте нас на ночь без отопления. Вот и все. До утра они сами сказали, пятая квартира, мы будем выносить воду с этой течи, и все. Утром пришел, сантехник все сделал, что у них там стояло, было подставлено, воду вылил, и все. А вы диспетчер управляющей компании, да? Я диспетчер, да. А как вас зовут? Наталья Львовна. Так что, все, что делает аварийка, это аварийка. А то, что делаем мы, делаем мы. В смысле проходили мимо? А что вы делали на чердаке-то? Так что, проверял воздух. А вы с управляющей компании, да? Конечно. Вы перекрыли, да? Что сделали? Перекрыли трубу-то? Вообще-то мы отремонтировали. А вообще-то там с потолка до сих пор падает. А вот. С потолка до сих пор капает. Ну, во-первых, он имеет 30 сантиметров. Что? Я не понял, снег. Это вопросы к мастеру. А мастер-то где? Там где? Там где? Мы толком не знаем, какие там коммуникации, но как вот нам вчера с аварийной службы сказали, что у нас потек расширительный бачок, который находится как раз над вот этой комнатой. И якобы всего лишь там струйка с иголочку, но почему-то льет там хорошо, что вплоть до того, что промыло потолок. На просьбу мы их вызвали еще до того, как вот ночью мы обнаружили все это, вызвали Екатерину сюда. Мы их вызывали в 7 часов вечера, потому что я соседка снизу, у меня течет с потолка. Мы думали, что это система отопления потекла. Они приехали, и мы сказали, перекройте воду, если это отопление, а если оно ночью рванет. Я говорю, нам-то куда плыть тогда? На что нам сказали, мы ничего перекрывать вам не будем, вызывайте Тверскую генерацию завтра, пусть она вами и занимается. Все, и они уехали.